Видеообзор на телефон Samsung. Внешнее состояние. Крышка хорошая, типа без трещин. Единственное, что дисплей с одной трещиной на правом верхнем углу. Есть мелкие царапины по бокам. Здесь большая глубокая царапина. Подключен к зарядному устройству. Заряд поступает. Подключена сим-карта. Сим-карта тоже ловит. Подключим Wi-Fi. Wi-Fi тоже хорошо подключается. Камера. Фронтальная камера. Полностью сброшен к заводским настройкам. Никаких аккаунтов нету. Единственное, в чем косяк, это в трещине на экране. Есть также небольшое выгорание, вот тут заметно, на зеленом фоне, такая вот полоса. То есть видна фантомная картинка. То есть небольшое выгорание экрана имеется. Засветов нету, битых пикселей тоже, только небольшое выгорание экрана. Проверка дисплея. По трещине вводишь, все нормально. По всему дисплею тоже. YouTube не открывается, потому что нужно обновить Google сервисы. Проверка основного динамика. То есть спокойно, связь ловится, идет без комплекта, с трещиной на экране, с царапанной дисплеем.